клянусь, я не понимаю, в чем прикол футбола. Я сейчас смотрю «Спартак», у них Соболев бегает, атаки разгоняет. Гиб 2 метра ростом, не столба играет. Вы что, съебетесь? Понимаете, если ты... Смотрите, я как тренер вам говорю. Если у тебя есть большой, высокий футболист, просто поставь его на 11 метров и набешивай, как на Илюху Кожухаря. Почему он, блин, по флангу носится, мэн? Я всегда знал, что люди, которые носят стоник, у них проблемы с восприятием реальности.